Всем доброе-предоброе утро. Я завтракать сейчас буду. Краситься не буду. Я уже всех перекрасила на работе. Теперь придут все большинство моих клиентов уже к Пасхе. И я не буду краситься. Сделала себе чистый испанский завтрак. Это хлеб. Хлеб, конечно, нужен обычный. Политый маслом оливковым. И сверху хамон. И кофе. В моем случае кофейный напиток. Кстати, Чарли мой хамон не любит. Представляете? Зажравшийся какой. Хамон ему не нравится. Причем никакой. Вот так вот. Вот вам говорят, а собаки едят все. Не все, да не все. Мой еще повыбирает. В общем, сейчас позавтракаю. И поеду на работу. На улице сегодня прекрасная погода. Я даже открыла уже на балконе дверь. Там, где спальня. Вот это, кстати, с медом прям ярко выраженным медом. Там мед, что ли? Я тут сегодня брови покрасила. Ну, не тут, вернее, а на работе. А еще забыла вам показать мои сережечки. Выглядят они вот так. Смотрите, эти все три купила. Я люблю все-таки, знаете, вот такие маленькие. Я не люблю вот большие. Это, кстати, серебро Сваровски. В общем, я не люблю... Помните, я покупала серьги такие, полукольца? И как бы не люблю я большие сережки, чтобы они вот так висели. Я люблю маленькое что-нибудь. Эти вообще на каждый день купила, такие, чтобы не снимать их, знаете. И такие веселечки, мне кажется, очень симпатичные. Смотрите, какие классные камушки там такие. Вот. И мне прям очень понравились. Может быть, даже вот эти вот слишком мелковаты. Но на улице блестят, наверное, очень хорошо. А еще я вчера, помните, купила арбуз. Так вот, он оказался таким сладким, таким вкусным, что я офигела. И вот я сейчас нарезала себе еще немного арбуза после еды. Сейчас буду кушать. Это просто, правда, вот прям как, знаете, как летний, вот летом, когда продают вкусный такой арбуз. Я даже не ожидала. Я думала, будет такой же вкусный, в кавычках, как и дыня. Дыню, кстати, я выбросила, несмотря на то, что она пахла. А еще мне куда-то арбуз, говорю. Этот, как его зовут? Пылесосил робот. И куда-то он запылесосился, что я не могу его найти. Представляете? Может быть, он уехал от меня нафиг. Так, ты арбуз не любишь, так что не ходи, не смотри. Может быть, и говорю, скажет, нафиг тебя, поехал я отсюда. И уехал от меня мой пылесос. Вот, я тут смотрю сериал «Остаться в живых» по-русски или «Остров ненужных людей». Я его, по-моему, смотрела иностранную версию. Теперь русская версия смотрю. Ты там, мятик нашел свой? Ты мятик нашел свой? Мы с ним уже и белье повесили наверху. Сегодня у нас такой классный день, но очень сильный ветер, но не холодный. Поэтому белье у меня 100% высохнет за пару часов. Вот, залезли наверх, повесил, все там расколыхается. Чарли мой, давай играться, поигрались немного и спустились. Я, кстати, утром сегодня открыла все окна, прихожу, у меня тут все летает, летает, снег кружится, летает, летает, и поземкаю. Что-то там делает. Ладно, буду наслаждаться арбузом, он действительно вкусный. Кстати, с меркадоны. Не люблю холодные арбузы, но так он сильно быстро пропадет. Вообще ничего не люблю холодное. Не знаю, не люблю холодное, соленое и перченое. У меня это все забивает вкус, и я не чувствую вкуса. Да? Я даже воду летом пью, не холодную. Лед никогда не... Всегда выкидываю, когда мне лед приносят. Такие у него тут волосы длинные. Ну дай покажу волосы длинные. Ну блин, ну что ты лежишь камеру-то? Дай волосы покажу. И вот тут у него волосы длинные. Соблезнет к весне. Ну опять любовь, ну опять любовь. Ну уже сегодня целовались с тобой пару раз. Ой, любви обильный мой. Ой.
Ой, любвеобильный какой. Как быстро влетит время, когда нужно что-то отдавать. Вот и пролетели 3 месяца, и опять в этом месяце нужно платить налоги. Вернее, в апреле. Блин, так жалко отдавать 21% государству за своими кровно заработанными денежками. Ну, никуда не денешься. Ой, не могу. Да, парикмахеры здесь очень большой процент отдают. Вот так вот. А что поделаешь? Мы вышли гулять с Чарли. Заодно сейчас в банк зайду. Денежку положу. Чтобы все оплатить. Начало месяца — это пипец. Как мне не нравится. Мне не нравится по счетам платить. А нужно. Я человек, знаете, такой очень, как это сказать-то, добросовестный, что ли. У меня на первом месте всегда платить по счетам, неважно. Я очень не люблю быть должна кому-то. Неважно, кому — государству или там человеку. Я спать тогда не смогу нормально. Поэтому, как говорится, заплати налоги и спи спокойно. Вот. Некоторые там... Я вот, например... Очень не люблю кредиты тоже. Смотрите, какая там собачара. Это как у соседа был тоже такая же собака. Вот, очень не люблю кредиты, потому что их отдавать — берешь, как говорится, свои, отдаешь чужие. Вообще не люблю, займы. Все, что связано с отдачей денег. Да что же такое-то, а? То собака какая-то обгавкается, то, блин, мотоциклы какие-то едут, орут. Тут вот у нас все перекрыли. Работы ремонтные. К Страстной неделе готовятся. К Семану Санте, наверное. На улице так, видите, у нас пасмурно как-то стало, но тепло. И ветер такой, знаете, не ледяной. Весенний уже. Вот, ладно, пошла я в банк. Потом пойдем с Чарли погуляем. Я уже кое-какую там обувь, знаете, поменяла. Ботинки все уже убрала, которые я в этом году почти и не носила. Потому что я все время в кроссовках ходила. В общем, надо уже и майки доставать, потому что муж говорит: мне жарко. Вот. Смотрите, чего не поделили. Голубку, наверное. Ходят, набычились. Кругами. Сейчас вас Чарли-то... Чарли, мира ла палома. Опс, вот так вам. Правильно. А то ишь тут, понимаешь. Так их, Чарли, правильно. Нечего ругаться еще, драться они тут вздумали. Вот так вот. С кем кто дерется, надо вот так поступать. Разнимать. Народа никого еще рано. Что-то полицию, но столько много. Сейчас вот проехали двое. Тут вот стоят полицейские. Одна девушка, один парень. А, здесь нельзя, наверное, парковаться. Здесь карго-дискарго, то есть грузовики привозят продукцию. Как это сказать-то, господи. В общем, нельзя здесь. Их сейчас оштрафуют на энную сумму денег, где-то 300 евро, наверное, в пределе 300 евро, в пределах 300 евро. Вызовут эвакуатор, еще эвакуатор будет стоить где-то 100 евро. Кто, короче, кто-то попал на большие бабки. Так что нужно машины парковать в положенном месте. Здесь, кстати, с этим очень строго. Не успеешь оглянуться, как тебя сразу штрафуют. Особенно если ты штрафовался на зоне для инвалидов, то там вообще пипец. Наверное, на зоне для инвалидов 300 евро. А на такой зоне подешевле. Но все равно выйдет не идешь. Ну, Чарли, ну что ты не идешь, а? Вот так вот, как телка она приведет. Видите, вот так вот всю дорогу идет. Как телка веду?
Это клещ. И он сидел на Чарли. Но так как у Чарли ошейник против клещей и блох, то они как бы не цепляются. Они... Ну вот он по траве просто бегает, и они просто на него как бы, скажем так, осыпаются, что ли. Ой, я же его хотела отпустить. Осыпаются, в общем, и все. Поэтому, когда приходим домой, видите, сейчас, я не знаю, вроде бы пора, не пора. Клещей, не знаю. Ну вот, один по нему ползал. Поэтому нужно внимательнее быть, когда домой захожу. Нужно его всего обсмотреть, чтобы домой не притащить. Потому что впиваться они в него не пиваются, но на шерсти может притащить. Вот так. Конечно. Недавно вот дождик небольшой был. Бабушки, видите, гуляют. И Чарли мой с ними. Вот Витя. Сняла вещи. Смотрите, какая тут у нас тишь да гладь, Божья благодать. Ласточки летают. Здесь ветра нету. Так хорошо. На крыше смотреть. И когда особенно тишина. И какая-то гавкает, тявкает собачка. У всех главное белье. Смотрите, здесь белье висит, там белье, у всех белье висит. Но за 20 часа все высохло. При ветре таком все прекрасно высохло. Пойду себе сок сделаю. Еще хочу, знаете, сейчас что сделать? У меня кабачок там валяется. Сейчас сделаю кабачковую икру. Вкусняшка. Завтра отварю картошку в мундире, да, стану свое сало и берейское. Как нажрусь, вообще, это же такая вкуснотища. Картошка в мундире, сало и икра кабачковая, икра заморская кабачковая. Ой, что может быть вкуснее? Как вам такое меню на завтра? Мужу, конечно, другое совсем меню, он такой не будет есть. Икру кабачковую навряд ли, сало скажет, с картошкой не едят. Он пускай просто картошку ест с салатом. Вкуснятина. Наливаю оливковое масло, закрываю. Закрываем. Ставим на зажарку. Где она есть? Где же ты есть? Реугар. На максимум, на 14. И пускай там поджаривается. Сейчас поджарится, и потом добавлю колбачок. Тоже его разомну. И поставлю тоже на поджарку. Времени сколько? Без понятия. Буду смотреть, сколько там оно будет жариться. Так как оно там все уже само крутит, вертит, мне не надо за этим все следить. И все. У меня тут, смотрите, как раздулись. Что тут за эти? Чернослив сейчас съем. На ужин у меня такой будет чернослив. Вот. И все будет зашибись. И да. Кабачок порежу. А, нет, ну да, порезать его надо. Я же его не запихаю таким прям. Ой, Маруся! Знаете, что еще добавлю? Чесночок. Мне кажется, чесночком будет вкусно. Чайку, что ли, поставить, попить какого-нибудь. И чаю попью, да. И пойду умываться. Какая же она вкусная.
Самое настоящее. Только сделанное своими руками. Завтра, да, даже на завтрак хотя бы. И смотрите, сколько нормально так получилось из одного кабачка. Прям классно. Вкусняцкая. Обалдеть. Лучше, чем магазинная. А я еще в русском смотрела, знаете, и думаю, купите кабачковую икру. А потом думаю, а нафиг я ее буду покупать, если можно самой сделать. Ну, даже не самой, а вон сделала все за меня. Сейчас пленочкой закрою и в холодильничек поставлю. Но она еще горячая, конечно. Ой, так что вот так, друзья. Сейчас пойду смотреть своего большого брата. Буду с вами прощаться до завтра. Завтра с вами снова увидимся. Как всегда. В обычном нашем режиме. Вот. Одной рукой, конечно, не очень делать. Но попрощаюсь с вами и доделаю. Мне даже на голове не знаю, что я лежала, смотрела телек. Всего вам самого наилучшего. До завтра. Всем пока-пока.